Здравствуйте. Ольгу Бузову обидела Маша Распутина. Напомним, 27 апреля героиней нового выпуска передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» стала Ольга Бузова. Также в съемках телешоу принимала участие эстрадная певица Маша Распутина. Прямо во время выступления Ольги Бузовой Маша Распутина молча встала с места и покинула студию. Такое поведение задело Бузову, о чем она рассказала в своем влоге. Подписчики певицы согласились с ней и сказали, что Распутина поступила некрасиво по отношению к коллеге. Однако некоторые напомнили, что так Маша ведет себя не впервые. Уже известны некоторые случаи, когда Распутина покидала эфир прямо посредине шоу. Ольга назвала поступок Распутиной некрасивым. На этом все. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Хочешь не пропускать новые видео? Жми колокольчик.